Скадовский музей и это здание очень классическое, старинное, оригинальное, мы хотим, чтобы вся наша проживающая культура соответствовала этой гармонии, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя как дома. В каком плане она будет работать? Это будет летний павильон, где будут аматоры, мастера творчества, вышивки, поделок, художники, дети, которые будут сочинять стихи, как бы эко маленький будет театр. Херсон и Скадовск, Херсонская область получат свое развитие в составе Российской Федерации. Пусть это будет красивый город, которым мы будем гордиться. Читатели самые лучшие, самые красивые, самые мудрые, которые пришли в наш Скадовский краеведческий музей почтить память нашего гениального писателя Александра Сергеевича Пушкина.